И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами как всегда Кунька, приветствую вас как всегда на моем канале. И как вы уже могли заметить, это по большей части люди не мошенники, а просто охеревшие мамкины трейдеры. Сейчас объясню, в чем суть. То есть они как, они пытаются обмануть, ну это опять же можно, ну как-то можно перекрутить, что это не обманка, а просто себе в плюс. Но я-то их все-таки причисляю слегка к части мошенников, да, то есть в чем заключается суть? Суть в том, когда за ваши дорогие шмотки вам предлагают просто полное говно. И я прям покажу на своих наглядных примерах. Там дальше будут, конечно, просто трейды, которые я принимал. Но я все-таки покажу несколько вам таких охуевших трейдов, которые я показывал знакомым трейдерам. А не сказать, что, они ржали в слезы, это ничего не сказать. Итак, перейдем к первому. Кидает он, ну, я ему кинул обмен, хотел у него куру взять и вот эти две шмотки. Он же мне предлагает вот эти две шмотки на куру, золотую баншук. Цена золотой банши варьируется около 1500 рублей. Голова на сало 400 рублей и рука на сало, оружие 50 рублей. То есть челик трейдит себе в плюс аж на 1000 рублей. Ну, скажите, не охуел ли этот человек? Следующий трейд это якобы бот от марки Dota2.net. На самом деле, никогда у них так боты не подписаны, профиль скрыт, хочет забрать мой весь инвентарь, не знаю, насколько это надо быть долбоебом, чтобы вот такую хуйню предлагать. Идем дальше. Еще один охуевший трейдер, ну тоже, который себя, как бы, ну он просто охуевший трейдер, это не мошенники, это охуевшие трейдеры, но все равно, я думаю, стоит вам о них рассказать, чтобы всегда проверяли, что на что меняете. Это тоже очень важно, если вы планируете заниматься трейдом или просто хотите перетрейдить какие-то свои вещи. Считаем, 1000 рублей стоит этот курьер, который я сейчас себе хочу. И 300 с копейками стоит это Immortal оружие на Слардара. Я же ему предлагал баншу, он мне кинул контрпредложение, да, то есть и предложил, чтобы я ему отдал баншу и меч на кунку, который это будет на розыгрыш на 1000 подписчиков, за 500 рублей. То есть получается, он кидает 1300, я ему кидать должен 2000 рублей. Ну, грубо говоря, округлим, да, 1300, там, ладно, 1400 против моих 2000. То есть челли хочет себе затрейдить на 2000, на 400 рублей. Тьфу ты, блин. На 600 рублей себе в плюс. Ну, тоже, как по мне, просто охуевший трейдер. Так, это мы быстренько промотаем. Это тоже. Это вам не покажу. Хотя вы и так увидите, ну ладно. Сейчас просто листаем ниже, потому что тут были еще более интересные трейдеры, чем этот. Так, это мне подписчик. А, да, это подписчик со мной хотел традануться, но я отказал, потому что мне, как вы видели, на стриме подарили крылья, и у меня этот сет был заранее подготовлен под эти крылья. Это мне тоже подписчик подарил. А, это чувак вообще просто так хотел попросить меня. Не, подождите, кто это вообще? А хер его знает, у меня такого посоха никогда не... А, это он заглючил так. Так, заглючило, в общем, просто челик хотел мне это... А, это я отдал. Так, лол, подождите. А, это я, по-моему, когда сайт показывал, как сайт работает. Да, извините, я туплю. Так, это я подарки отправлял. Это я пытался забрать голову с сайта. Так, это у меня тоже кто-то просто хотел. Ну, просто хотел забрать у меня волосы на пуджа. Почему бы и нет? Так, это я забрал с этого. Дальше смотрим. Дальше, чтоб тебя уберись, ты, а. Тоже челик какой-то, не знаю кто такой, решил трейдануться джиггернаутом вторым стилем на ПА третьего стиля. Как вы знаете, народ, ну сейчас, да, цена упала, 150 рублей за стиль, но в то время еще было 300 рублей за стиль. То есть, чувак меня хотел обуть на 900 рублей. Едем дальше. Следующий чувак, Локи, насколько я знаю, он есть в группе, где я иногда выкладываю посты, чтобы либо поймать мошенников, либо по-настоящему трейдануться, предлагает мне. Где-то более интересный трейд был. Так, это Дакит он просил, Дакит. Вот. Локи просто предлагает охуетительнейший трейд. Погода. 30 рублей. Плюс погода еще одна. 30 рублей. Аркана. 200. Аркана 2. И он хочет за, грубо говоря, 2130 рублей. Давайте посчитаем. 2300 рублей. Давайте 450. 600 рублей, 2600. То есть за 2130 рублей он хочет получить 2600 рублей. Ну, чё, ну охуенный трейдер, чё нет-то? Дальше он мне предлагает за обычную, напоминаю, за обычную, была бы она Exit, тогда еще можно было бы над этим подумать, за Exit.
легионку ПА третьего стиля. Ладно, едем дальше. Тут опять же он, опять же за золотые пулеметы кидает просто кучу дерьма, который ни в одном месте не окупается. Едем дальше. Какие тут у нас еще веселые трейды были. Сейчас мы опустимся до самого моего любимого трейда. Вот он мой, самый любимый трейд. Сказать, что я ржал в голос, это просто ничего не сказать. Синий Tyro Blade, цена его 3500 рублей, но, насколько мне стало недавно известно, чувак затрейдил синего Tyro Blade за 4500. Ну, там, естественно, какой-то перекид был, но 4500 чувак затрейдил синего Tyro Blade. То есть, ну, давайте мы округлим до 4000, да, ни мне, ни тому чуваку, как бы 4000 рублей. Считаем, палка. Палка эта. 45 рублей. 15 рублей, 30 рублей, 30 рублей, сколько, тоже 15 рублей, и вообще, по-моему, нихера не стоит, 1 рубль. Вот это вот он захотел за синего Tyro Blade. Я реально не понимаю, что хотят эти трейдеры. Это не мошенники, еще раз я говорю, это просто охуевшие трейдеры. Едем дальше, где-то у меня еще было интересное. Так, сейчас. Так, это мой подписчик мне предлагал трейдануть свою ПА. Второго стиля на мою ПА третьего стиля. Докид решил 12 рублей докинуть. Ну ладно. Как бы это подписчик, ладно. Следующий. Сказал заведующий. И вот еще веселее. Фулл руны Тэтчерс синий. Его цена берется 40% от гема. То есть если Tyro Blade был продан за 4... Ну, округление мы до 4000. Ну, короче, 3900. По современным латкам. Ну, по старым латкам сколько? 3300. Грубо говоря, 3300. Голова 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 1500. Дальше все идет, это тоже по 150, ладно. Давайте посчитаем. Ну, в принципе, трейд неплохой, но опять же, трейд в минус. А как я вас учил, и Гена тоже, если идет большое количество шмоток на ваши одну, допустим, шмотку, а тут большинство за одну именно шмотку, чувак должен переплачивать, потому что вы разбиваете одну вещь на много вещей. Он должен переплатить. А он не то, что не переплатил, он еще и мне в минус. Дальше смотрим. Фиолетовый Tyro Blade. Цена его... ля-ля-ля-ля-ля. Ну, где-то примерно 6 тысяч рублей. Чувак хочет за него синий Tyro Blade. Ну, это на современную сумму примерно 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей, и то это я пипец как замахнулась, я вам честно скажу. 6 тысяч рублей против 4, плюс 2, плюс 3. Да, ну, ни хреново так трейдится, пацаны, вообще просто лучшие трейдеры. Дальше смотрим. За золотого 5 тысяч рублей. Ну, здесь более-менее нормальный трейд, просто я не захотел. Дальше смотрим. Синий кристалл, да, бесполезный аркана на... Нашего Манки Кинга любимого, который просто надо уже фиксить давным-давно. И волосы на фантомку. Опять же, трейд мне в минус. И всем мы знаем, что волосы мне эти нахер не нужны. Ну, народ, я думаю, тут я могу, честно, у меня 125 предложений обмена. Я могу долго листать и показывать. Но хочу, чтобы вы уловили суть. Они как бы не мошенники, некоторые, да. Некоторые просто хотят вам в легкий минус. Но некоторые, вот их, кроме как мошенники и пидорасы, не назвать никак. Извиняюсь за слово, которое было на букву «П», по-другому их не назвать. Народ, всегда трейдитесь аккуратно, смотрите, как стоимость ваших шмоток, стоимость шмоток, которые вам предлагают. Также уже, по-моему, было несколько раз сказано, как называется программа для Гугла. Ну, она на все, в принципе, платформы, которая будет показывать стоимость шмоток в Стиме и сравнивать с каким-то там сайтом, где я не знаю, где такой сайт находится, на котором можно просто аркан за 900 рублей получать. Ну, там, не за 900, ладно, за 1800. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ!